Алло. Алло, ой, привет, Ма, сыночка, привет. привет, родненький. Привет. Ну что ты Как там ты едешь? там, родной? Да, нормально. Ты ездила, скажи? Да, я ездила, видела Юру и передала ему деньги для зама Гаспаряна. Гаспарян обещает за эти деньги перевести тебя в Перевальное. Наконец-то Бля. тебя оттуда заберут. Господи, я такая рада, Бля, такая рада. да нас утро таких сидит, и ни хера хорошего от этого не происходит, бля. Как? Что ты говоришь такое? Как это? Да. Ничего, не меняют никого. Отправляют в какую-то жопу. Там еще грохнут, бля. Господи, боже, боже. Как же так? Такие деньги взяли. Не может быть такого. Я не верю, не верю. Тебя переведут обязательно, Да сыночка. Не говори так. Тебя переведут. ни хера, одного он уже так просили, блин. Не Бля, верю, ну... тебя переведут. Они по Короче, деньги забрали. ладно, Ты все, что? давай. Сыночка.